have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки! Привет! Пойдем сегодня в Tower Defense Simulator. Ну, как по мне, просто Tower Defense. Давник, мы сюда не захотели. Надо попробовать достигнуть новых вершин, поэтому увидимся в каточке. Так, загружается наша каточка в Tower Defense Simulator. Что это за чавкающие звуки были такие? Кто-то покушал мяска. Покушать бы мяска... Да, хорошо. Или попить лимонаду и поесть бургер на своем креслице. Лимон надо? Молтон? Мне игра никак не хочет загружаться. Так, Молтон. А куда мы пойдем? В Молтон или нет? В Молтон. Хорошо. Так, пойдут оттуда, пойдут туда. Сколько тут дорог? Одна? Много. Нет, да, выход, путь выхода один только? В общем-то... Да, путь выхода раз, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Зомби будут очень долго идти. Здесь где-то шесть линий. Я понимаю. Так, что я хочу? Я хочу, наверное, тогда, как обычно, снупера в начале. Сейчас мы его загретим, чтобы он доставал хоть немножечко. Игнор. Так. Это моё. Минуточку, они идут вот так. А, они восьмёркой идут. Все, я понял. Вот тут, вот тут, вот тут. Понял. Дели девяткой. Я так понимаю, что да. Так. Пожалуй, надо закрыть чат. Опача. Мне еще нужно немножечко, чтобы доставал. И он прям хорошо тогда будет. Дайте деньги. Зачем мы еще заходим в Tower Defense? Чтобы подраться? Нет. Посидеть, бургеров пожрать? Да. Ну, блин, дайте мне еще 150. Вот их сейчас грузовик задавит. Ко мне ничего не придет, смотри. Раз, два, три, четыре. Все. Вообще ни о чем. Скажу спасибо моему грузовику. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Да. Ну дайте я снайпера уже загрыжу. 481, ты издеваешься, еще 19 баксов. У меня гроб в руках. Ты на перекрестке сбил. Опасное вождение. А у меня разве рейндж не должен был добавиться? Блин, я пока что вообще как-то бесполезно поставил этого снайпера. Его ж нельзя было ближе поставить, наверное, нельзя было. Можно было. А? Можно. Куда? Туда. На вот эту крышу? Да. Блин, ладно. Не знаю, зачем ты это сделал. Да, это была моя ошибка тактическая. И... Идиот. Там йода зажигает по полной. Так, хорошо, хорошо. Новый план. Ставим ковбоя. Окей. Чувак мне будет приносить бабло и также будет хоть как-то вносить пользу. Кто фермы разводит? Бэби Йода. Неплохо. Бэби Йода. Зачем ставить перед самым входом чуваков? Они же теряют половину своего рейнджа. Вот это и дело. Они могли поставить в этом углу. Видишь, который... Thank you.
это 150 жизней, ага, так. Так, он мне каждым выстрелом по 3 бакса приносит, хорошо. Сейчас этого чувака еще грузовиком приплющит, потом еще, возможно, до моего снайпера дойдет. И снайпера нужно грейдануть, чтобы он доставал. Следующий апгрейд у него же... Вот, дальность увеличится, типа время перезарядки уменьшится, дальность увеличится. Хорошо. Можно у него полторы штуки агрессии стоит. И он станет. Он будет этих невидимых видеть или. Стой. Или он уже видит невидимых. Почему человек на грузовике проржавел? Вот да. Скучно было. Hidden zombies. Задним бортом такой бам. Ковбой их не видит. Сейчас посмотрим, снайпер их видит или нет. И тут машинка такая, привет. Дун-дун-дун-дун-дун-дун. Так. Лучше, вот, вообще. Наконец-то, все. Расширили полномочия снайпера. Теперь он и еще и доставать будет, и видит невидимок. И вообще у него все хорошо в этой жизни. Так, теперь тебя, дружище. Ой, он по полтосу приносит. Сколько тебе на 1250? Ну-ка, давай. Ты знал, что нет ничего лучше вот этого вот зеленого чувака в окладке? Он очень хорошо замедляет врагов. Хорошо, круто. И это не соплями Шрека. Сопли Шрека. Хорошо, что не другие выделения данного зеленого персонажа. Мне надо сейчас ковбой тоже прокачать, чтобы невидимок видел. Чувак. А мне бы надо прокачать машинки, чтобы у них было уже 2000 хп. Так, все, ковбой прокачали. Сейчас я прокачаю, пожалуйста, прокачали. Все, супер. Так, этих сделали, этих сделали. На капитана, может быть, накопить? Хорошо, давай. Как думаешь, можешь мне накопить на племянчика? Думаю, куда? Ну, сюда поставить, потом он заденет еще тех двоих чуваков. Так, а да, если это вот... было бы... Вот здесь поставлю. И... Раз апгрейд. 1800 у него апгрейд стоит. Можешь, пожалуйста, уйти с перекрестка? Ну вот реально ничего не видно. Да, в общем, сейчас прокачай капитана, потом буду ставить пулеметчика. Капитан Котиков. У него лапки. Так, улучшаем. Чуть-чуть не хватает для этого чувака. Ну ладно, он еще раскачается. Там у него 14 на 16, ну, да, нормально. Бэйби Йода там зажигает. Ага. Просто попробовать. Она откатится довольно быстро, так что нормально. По-моему, мой снайпер только что выстрелил в Бэйби Йоду. Просто от скуки. Просто не было ни одного моба, он такой хыч.
этого 4 штуки нужно, на этого 5500. Лишь чем? Ну-ка. А? Ага. Так просто мне больше, гораздо быстрее будут приходить деньги, потому что, ну, пулеметчики начинают очень быстро приносить деньги за счет того, что они стреляют очень быстро. Все, таким образом будет гораздо проще. Итак, у него следующий апгрейд. 5000. Это не проще, если я сделаю твоего снайпера дома. Со следующий проект. Наверное, надо это сделать. Так, пока что не проходит вроде, да? Так, 5500, давай, еще немножечко. Есть. Капитан Котиков за апгрейд. Следующий апгрейд 9, блин, тысяч, чтоб тебя, ладно. И тут тоже 5500, хорошо. Чувака закрыть скорее. Ты посмотри на лицо капитана Котикова. Не шли. Нет, нет, нет. Нет, нет. Так, 5500 подходит, отлично. Давай-ка. Давай, ноги, ребян! Так, хорошо. Более-менее ничего. Там 9 тысяч, я не знаю, когда у меня будет 9 тысяч, но... Ладно. Тебе нужно тоже 9 тысяч. Блин, у них одинаковые уровни прокачки. Черт, это опа, больно. Опа, парень, скоро прокачаем свою военную базу. Прокачал. Так. Arms. Скоростный босс. Молокосос. Ты просто задавил босса? Да, я просто задавил Thank you.
2, 1, пошел! Нормально, они как раз в рейнже находятся. Супер, сейчас мы 5500 поднакопим. Так, ладно, ускоряем. Не, ну пока вроде неплохо. Я не знаю, как пойдет с Молтоном, но пока что неплохо. Все, пора заряжать своих на 9000 всех, чтобы они... Так, тут кто-то что-то продал. Прикольно, спасибо. Я заберу. Это мы сами в крепости. Это мы сами в лесу, да. Как еще не 5500? Ну. Быстрые боссы не такие уж и быстрые, а? Ага, точно. Так, 36-я волна, так и 40 вроде, да? Да. Вот еще живые. Что они что? Ага. Да, сейчас это сделаем. Дороги просто, ну, сделаем. Так, есть. Ковбой прокачан, снайпер прокачан. Сейчас котика прокачаем на 9000. И вообще хорошо будет. Что у него там улучшится? Радиус. А, fire rate buff 25%, блин, да, это нужно. Это нужно. Каждого пулеметчика по 9 тысяч, елки, палки, это очень дорого. Пошел! Блин, это как-то дофига! Так, апгрейдинг, пошел. Болтоны пошли, так. Надо бы второго капитана позвать. Сейчас пулеметчика заапгрейджу, поставлю второго капитана.
Давай! Эти ускорения теперь нон-стоп надо лупить просто, если получится. Чёрт! Всё не очень хорошо, так. Блин, он вышел из моей зоны действия. Сейчас вот этот чувак его будет топить. Сейчас, чувак, я тебе помогу. Очень не уверен в этом. Мы сняли ему 20 тысяч, как только он вошел в зону нашего. Пошел! Чувак, самый эпицентр вошел. Ну, так. Его слишком медленно уходит в жизнь. Одиннадцать тысяч! Девять! 9 тысяч, блин! О, еще немножко, чувак! 6 тысяч! Всего 6 тысяч осталось, если бы... У нас вот вон та часть, где были гранатометчики того чела, была лучше укреплена. Там эти 6 тысяч мы бы сняли вообще запросто. Ладно, ладно, тоже неплохо отыграли. Спасибо, ребятушки, что были с нами. Увидимся тогда в следующих сериях, в следующих, последующих бесконечных мирах Роблокса. Всем удачи, добра, бобра, всем лучше. И всем пока. Всем пока.